Участники программы «Битва экстрасенсов» минувшее воскресенье искали причины гибели команды «Локомотив». Людям с необычными способностями предложили считать информацию с черного ящика, который находился на борту разбившегося лайнера. Испытания проводили по просьбе семьи погибшего белорусского хоккеиста Руслана Салея. Из 14 участников один экстрасенс буквально слово в слово воспроизвел аудиозапись переговоров пилотов, которую ему дали прослушать без звука. Говоря о причинах авиакатастрофы, он сказал, что это был точно не теракт. Болельщики «Локомотива» еще до выхода программы в эфир оставили в соцсетях массу негативных комментариев. Да научат их, что надо будет им говорить, заранее выявится какой-нибудь сильный экстрасенс, и уж он потом все озвучит, что заранее прикажут, и пипл в очередной раз схавает. Жалко ребят, из трагедии клоунаду сделают. Шоуменам главное наживиться на чужом горе, рейтинги никто не отменял, а тут такое, всей страной будут смотреть новый выпуск шоу, а то, что другим будет больно, их не волнует.